Давайте отказывайте. Я опаздываю. Ну, все опаздывают. Можно я пройду? Ну, все опаздывают. А ты просто не можешь один? Нет, почему? Давайте все разрешим. Бумагу. Если я буду нарушать, то пожалуйста. Заведите к себе, дайте вытяжку и бумагу, чтобы людей... Дайте мне бумажку, действительно, я должен же что-то обжаловать. Вытяжите мне. Такой-то явился тогда-то. Запрещенным предметом. А лучше протокол. Нет, не запрещенный предмет. За попытку проникновения. Вещи на тачке не запрещены. Да, ты в машине? Да, я замечаю. Что? Мало через чувство. Ну давайте не отказывайся. Чем сложно что-то? Не мужик? А ты же отвечаешь? Прохладно, запускай. Прикинь, просто заместитель начальника управления сказал, за утверждение достаточно четко. На сайте дадите? На сайте дадите? Вы не отказываете. Нет, на ваш отказ, указан. Кто подписал эту бумажку, которая... Смотрите, там все написано. Кто подписал и что? Там черная печать. Там нет печати. Главное, ведется видеонаблюдение. Ну и можно. Ходят сюда с камерами всякие, снимают. А потом в интернете сильно дробят. Это как меня. Это живчное вещество. Потом очень долго жалобно. Запись. В отказ напишите, мы просто обжалуем. Там что, обжалуем? Может, фильтрную грамоту еще не печать, мы тоже не можем обжаловать. Может, на сайте сюда, да, Федор? Владимир Ильич, написать, как говорится, и суд решил, постановил, что камера запрещенный предмет. По-моему, последний поднял он еще раз не выражен. Хотя на суде это нигде не показывается там на сайте, нигде это не указано. О, я дорогие решения, председатель. Ищу телефон и снимаю где? Совсем уже кукушка поехала. У нас запрещено снимать. Без разрешения. Совсем уже кукушка поехала. ОП-29-353. Что важнее? Сайт правила или вот это предписание, которое у вас написано? У них на сайте мы запрещено. Федеральным законом 118. Федеральный закон не запрещает съемку, кроме зала суда. Какой простите? Простите, правила пребывания в здании суда, а там все на закон. Как же правило? 118 вы скажете. Закон или правило? Он убежал. Не выдержал душа политики. Здравствуйте вообще. Володь, а вызови еще полицию на это самое. Пожалуйста, выйдите куда. Вы отказываетесь выполнять законные требования судебного пристава? Закон-то сам научитесь, а на основании какого закона?
Если вы к вам обратитесь. Вы ознакомьтесь с ПЗ номер 3. Давайте ручку вниз. 5-5. Дайте номер посмотреть. Номер посмотрю просто. А что вы номер посмотрите? Зачем? Дайте нет, посмотреть. Зачем? А мы за цели. Вам стыдно. Вам стыдно. Вам стыдно за службу в полиции. Вам слышно? Вам стыдно. Я вопрос. Я курьер. Нет, я вам вопрос. Вы жетон, вы на службе. К вам обратился. Вас жетон, вы на службе. Вот человек к вам обратился, гражданин. Вы обязаны 5 пунктов. Говорят, что по поводу чего? Может быть... Ну, сначала вы представьтесь, будет. Потом он вам скажет. Ну, по закону. Это не мы придумали. Вы отказываетесь выполнять законы и требования гражданина? Вы запомните. Почитайте на досуге. Как вы так не делаете? Мы вас пока отпускаем. Там все сказано. Тем более я вас помню.